Мы шли службу на автодороге Самара-Большая-Черниковка. Я обратил внимание, что в нашу сторону направляется транспортное средство с характерным повреждением после ДТП. Мной было принято решение остановить транспортное средство и проверить его. Поведение гражданки меня немного смутило, так как она вела себя нервно, возбужденно, постоянно оглядывалась. Тогда я принял решение вызвать следственно-оперативную группу СОК. Вещество, которое находилось при пассажирке, соответственно, было изъято и направлено на экспертизу. После проведения экспертизы было установлено о том, что, значит, данная пассажирка, жительница города Новокуйбургск, перевозила героин весом 4 килограммов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотиков, приготовление к сбыту в особо крупном размере».